2 ноября во второй половине дня в Хасавюрте на федеральной трассе около торгового центра «Кавказ» был совершен наезд на пешехода, в результате чего мужчина в возрасте 51 года скончался на месте. Комментарий по данному факту дал инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Абдунасыр Тавбиев. Обстоятельства выясняются, проводятся следственные действия, но по предварительным данным пешеход неожиданный выход на дорогу и водитель, конечно, не заметил его. При этом совершил наезд. Это большая автомашина ДАФ, грузовая, тягач совершила, и данный гражданин скончался на месте. Поэтому хотелось бы обратиться к пешеходам, чтобы они переходили в установленных местах. Хотя вот в данном участке недалеко есть пешеходный переход, но тем не менее пешеходы переходят не где нужно, а где попало. Поэтому и совершаются наезды. У нас в городе Хасавюрте уже 4-й наезд на пешехода со смертельным исходом. Зачастую подобные наезды с летальным исходом происходят при несоблюдении правил дорожного движения. Сотрудниками правопорядка выясняются обстоятельства, проводятся следственные действия, отметил сотрудник ГИБДД. Бурлия Цамбиева, Тагиб Магомеднабиев, информационная программа «Пульс».